Приветствую вас, любимые гости, братья и сестры. Хочу записать видео на вот этой неделе. Неделя о страшном суде, неделя масленичная, а правильно называется сыропостная. Почему? Потому что мы уже заговелись на мясное, уже не вкушаем мясное, а сейчас у нас только молочка. Но хочу немножко ваши душеньки предостеречь, потому что сейчас на масленичной неделе, в простонародье так называемой, будет всякого рода сжигание чучел, что, естественно, это языческая традиция. Православному человеку ни в коем случае нельзя в ней участвовать. Напомню, что это сжигание было связано с проводом зимы, встречи весны, да. Вообще, если более глобально, мы вспомним, что сжигали сначала людей как жертву Богу, волосу Богу, скотины. Вот, потом уже стали сжигать чучело. И этот пепел рассеивали, разбрасывали по полям, веря, что благодаря этому будет более лучший урожай. Конечно, на этой неделе не исключаются какие-то торжества. Мы помним в истории, даже у Пушкина, как он описывает, как блины вкушали на этой неделе. Но, тем не менее, это последняя неделя подготовили перед Великим постом, который у нас сейчас завершится прощенным воскресеньем, когда мы должны подготовиться уже в пост, войти в время покаяния, труда. Вот, и не упразднить, чтобы у нас сыропостная неделя не вспоминалась и ассоциировалась только лишь с блинами, а Пасха только с куличами, с яйцами, освященными, крашенными. Все-таки здесь более глобально, здесь о Боге, а не о желудке. Поэтому призываю вас не о чучеле подумать, а о спасении своей души и о Спасителе. Храни вас, милосердный Господь. Аминь.